Фиона. Серебряный ларец мы ищем. Привет, это Эбби. Оу, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. А, только что прошли через пасть ягуара. Да, статуя кошки, большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично. Это было бы логично, но... У нас нету... Какой квест ты сейчас проходишь? Как называется квест? Квак-яку. Путь в живых. А, здесь такого нету. Ни квак-яку, ни путь в живых нету. Значит, смотрим вторую вкладку. Или третью. Здесь у нас чисто побочные задания. Четвертая вкладка. Ничего. Просто памятки. Ты, кстати, давно не нажимала поиск. Компас — это шестое чувство. Указывает на дверь или куда? На дверь указывает. Знаешь, я стараюсь им не пользоваться. Ну, понятно. Это интереснее. Да. Видишь, что-то где-то здесь подсвечивалось. А, теперь вообще ничего не подсвечивается. Ну, подсвечивается дверь, да. Вот то, что тебе именно надо сюда. Ну, это мы и так знаем. Вопрос не в том, куда мне надо, вопрос в том, как мне туда попасть. Пробуй методом подбора. Вот, я не знаю, да. Чего-то мы не видим. Подожди, может назад еще раз наверх там посмотреть? Не открылось ли там чего дополнительно? Нет, назад в эту комнату, да, пасть. Мне так не кажется. Кажется, как будто росписи наверху. Не, все. Абсолютно пусто. Никаких, никакой информации. Ну, подробнее рассмотреть левую комнату. Левая комната, левая комната. Мы уже видели дату слева, она сказала. А может быть вот здесь справа, нет? Нельзя посмотреть что-нибудь? Вот здесь осмотреться чем-нибудь, нет? Нет. Ничего не скрыто, дат никаких. Да и здесь мы 100 раз уже были, и поняли, что здесь ничего нет. Может быть, что-нибудь, какие-нибудь потертости бывают, подсказочки. Да, здесь нет. Вот здесь, например, точка, да? Нет? Или мне кажется? Точно, вот, смотри. Что? Нижняя палка, видишь? Чего? А вот там точка справа. Ну вот они, чуть-чуть потертости. Просто затерлась краска. Да. Вот видишь, слева это палочка. Осталось определить, сколько над палочкой точек. Потому что есть расстояние от центра до палки. А справа это точка. Возможно, там две точки, я предполагаю. Так, а пойди здесь... посмотри на той. В той комнате. Глаза стоят, смотрите-ка. Это же время. Надо мыслить в 4 измерениях. Здесь также отмечено. Вот эта шайба, как видится, да? Видишь, а внизу палка. Передо мной шайба. То есть палка должна быть с каким-то значением. А вот здесь непонятно.
Тоже шайба, я предполагаю, что слева у нас палка с единичкой, а справа у нас двойка. Давай мы просто попробуем сейчас это вести, посмотреть, что выйдет. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Здесь у нас палка должна быть. А, я не думаю, что будет много вариантов с палкой. Вот. Я угадал. Возможно, палка с тройкой, но не факт. А давай попробуем с единичкой. Тройки тяжелее стереться, например, как единички. Допустим, мы оставим единицу. А здесь мы поставим... Здесь, вероятно, двойка должна быть. Либо тройка. Кстати. Это тройка. Возможно, тройка. Двойки здесь нет. Единички тоже нет. Значит, тройка. Значит, тройка. Идем пробовать смотреть. Угу. Если что, даем дверь. Ничего не сказала. О! Беги, беги! Нет, 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 нет! Беги! Ау, ау, ау! А! А! Сука, ужасно. 10 000 лет там лежат змеи. Ждут именно ее. Милахи. Пока она там упадет. Какие же они милахи. Эй, Иона, как успехи? Так. Изображение Черчилля. Значит, печально у нас все. И Ишчель. Кажется, левую дату я где-то видела. Значит, возможно, здесь у нас палка с тройкой, значит, восьмерка. Может быть, она это имела в виду, что эту дату она где-то видела. Восьмерка вот здесь. Да. А здесь другого варианта нету, кроме как тройка. Итак. Идем ходить еще раз. Так, давай еще раз посмотрим слева. Не вполне понимаю, что же у нас там такое. Еще раз пойди подсоединение. Здрасте. Ага. Блин, ну слева точно палка. Может быть, справа и тоже как-то сомнительно. Больше на двойку похоже. Не похоже это на тройку. Двойка. Двойка, только двойки там нету. Мы точно те символы поставляем, кстати. Погоди. Вон там есть двойка, по-моему. Справа мужик с этим буквы. Двойка только в таком вот виде. Может, нет двойки еще? Не знаю. Почему мы взяли, что именно эта двойка? Там вроде по центру все понятно. Может быть, единичка, я предполагаю. Допустим, единичка, а здесь-то что? Если она говорит, что слева видела где-то дату, то высоко вероятно, что это именно восьмерка. Так, ну что, попробуем. Ох. Попробую левую поменять, нет? Тройку мы пробовали, тройку, да? Тройку уже пробовали. Тире, кстати. Плохой вариант. Да. Боря, там есть что-то похожее на тире. Да. Пятерку поставить. Не подошло. Что ж такое-то? Да.
Она еще хоть время дает, чтобы бежать. Так, что же у нас? Что же нам делать-то? У нас 5 и 3. Посмотри еще поподробнее слева. Что ж такое-то? Ну, это явно палка. Справная и явно точка. Но точка все-таки больше смахивает на двойку. Да. Давай попробуем поставить все-таки. Может, двойку с этой стороны хочешь поставить, да? Нет, я хочу поставить там двойку с этим, с палкой. Именно с палкой? Да. Ну, ладно. У нас не так много вариантов. Уже. Как по мне. Ой, ладно. Если еще просто бежу. Здесь именно восьмерку поставили, да? Все так же. Да, мне пока там не трогаю. Не то. Что ж такое? Исключили из вариантов шайбу. Да, попробуем поставить шайбу, но при том вот с той стороны вот ничего не трогаем пока что. Что это за звуки? Фиона, какая последняя цифра у Чак-Чель? Поперечная линия и две точки сверху. Ну. Спасибо. Поперечная линия, две точки сверху. Ну все, открывай. Ты со мной спорил. Сейчас что-то страшно. Ты со мной спорил. Я понял, понял. Фиона сказал. Я от тебя не отстану, пока ты не признаешь, что я угадала. Хорошо, угадала. Итог такой, страшно же. Что там творится? Так, мы наконец попали за эту дверь. Только чего ради я так старалась? Фиона. Серебряный ларец мы ищем. О, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. А, только что прошли через пасть ягуара. Я возвращаюсь. Отлично. Тебе это понравится. Да? О, господи. Осмотримся. Не могу понять, что это значит. Бывает. Не удалось все шифровать. Понятно. Ладно. Ну, он вроде умер. Не могу разобрать диалект. Я что-то упустил из виду. Что ж? Уровень-то не поднялся. Убираемся отсюда. Новый рецепт. Интересно. В этот раз она сама справится. По-моему, ничего не произошло. Что, она даже ничего не сказала? Коготь орла. Сидя на ветке, Лара может убить противника и затянуть его наверх. Круто. Это круто. Так. Ну хорошо. Что у нас еще есть здесь? Рождение змея. Древний набросок. Ночной горшок. Ага. Я думаю, нам сюда. О! Ух ты. Эй, как весело, однако. Давай топориком. Топориком. Ну не в смысле топорик, который слева у тебя, а в смысле прыгай в воду топориком.
Вода. Что ж, другого выхода нет. Опасно. Путь мертвых. Покиньте затопленный пираньи. Вот и пирашки. Пираньи. Тебе, походу, за ними. Да? Как прикольно, обычно. Да? Ага. Скрытный повод водой. Прячься с водорослью, чтобы избежать обнаружения. Ух ты. Жестко. Ты, короче, планктон. Круто, правда? Прячься от хищников. Подышать. Какое освещение там, да? Нырим, нырим. Там эти плавают во все вообще. Это вроде обычная рыба, нет? Все равно страшно. Вдруг это не обычная рыба. Не пирашки. Вот пирашки. Вот этого надо бояться. Для чего воздушный карман? Зачем под водой ночной горшок? Что? Вдруг тебе приспичат именно сейчас. Что это было? А в воду как-то неудобно. Кажется, еще один воздушный карман. Я не понял, вот нафига они нужны? И откуда там такое освещение? Если бы у нее там, я не знаю, на ладошке вот так вот фонарик был. Ух ты, что было это? Бы еще понятно. Подводное растение желтого цвета. Используется для сна на биоконцентрации. Нормально. Почему они желтые? Потому что... А! Нет, нет, нет! Нигде так не концентрируешься, как в туалете. Ужасно. Ты же понимаешь, это ужасно. Так. Пирожки! А! Пирожки! Нет, смотрите, помогите нам помочь! Я паникую, когда я паникую, мне не получается. Я потею, когда потею, меня моют. Травку тебя обнаружили. Да чтоб тебя. Вообще отсюда я слышу, как рыбки поют, как птички. Странно, кстати. Есть такое. Реально такой звук? Да. Ужасно. Типа канарейки напали. Оп. Давай, давай. Оп. Все нормально. Нет, не нормально. Теперь разве не надо продолжать дальше? Туда. Вон мне надо вон туда. Ну, в принципе, я не вижу тебя. Нет, 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 черт, нет! Да блин! Не оставайся долго на пространстве. Да. С одной пробой справиться. Так нет, появились пираньи. Пробел-то не нажимай. Может ты... Морды в песок? Да. Страус. Черт. Нет, отстаньте, отстаньте, нет! Получается, вот эта вся куча рыб, это именно пираньи. Получается, через них не проплыть. Да, и не спрятаться там нигде. Через главный зад. Значит, надо плыть вот здесь вот. Значит, тебе назад вот не надо плыть. Зачем ты назад плывешь? Продолжай плыть вперед. Черт. Да ладно вам. Черт. Трава. Может, получится меня не заметить? Все вроде оставил. Нет! А, все-таки может задохнуться. Быстрее. Воздушный карман. Да. А. Ох. Надо же.
Хорошо, хоть воздушный карман есть. Теперь вопрос, а что так глубоко там? Мы вроде так глубоко-то не это. Не забирались. Да, ладно, здесь тоже вода. Ну вон там совсем нет воды. Вон поверхность уже видно. О боже. Да, это мне сейчас нужно. Ну, молодец, нужник нам нужен. Здесь, кажется.